Французская компания «Лагардер» остается единственным претендентом на аренду коммерческих площадей в Кишиневском аэропорту, хотя срок подачи заявок на участие в тендере был продлен на 3 недели на основании тех же спецификаций, которые не позволили другим международным компаниям ранее подать заявки на участие. Как сообщило издание «Зярул де Гарде», прокуратура по борьбе с коррупцией запросила у администрации аэропорта копии ряда документов, связанных с проведением тендера. Портал «Телеграф МД», ссылаясь на представителей Кишиневского аэропорта, написал, что предназначенные для аренды коммерческие помещения до сегодняшнего дня не посещались другими потенциальными инвесторами. Также никто больше не подавал заявки на участие в тендере. Кроме того, «Телеграф МД» ссылается на опубликованный изданием «Зярул де Гарде» запрос прокуратуры по борьбе с коррупцией в адрес администратору аэропорта Сергею Споялы, в котором говорится, что в конце января была начата проверка организации тендера в аэропорту Кишинева, а в начале апреля после получения целого ряда доказательств инициировано уголовное расследование. 25 января прокуратура по борьбе с коррупцией инициировала проверку по статье, опубликованной в средствах массовой информации, а именно на странице www.lukyanyuk.com/blog. В результате был инициирован уголовный процесс, зарегистрированный в регистре номер 1 прокуратуры по борьбе с коррупцией, говорится в обращении прокуратуры по борьбе с коррупцией от 14 апреля сего года к руководству Международного аэропорта Кишинева. В связи с этим прокурор по борьбе с коррупцией Александр Черней запросил у администрации аэропорта несколько заверенных копий документов, касающихся тендера по сдаче в аренду коммерческих площадей, поскольку собранные прокуратурой по борьбе с коррупцией материалы и информация, опубликованная в СМИ, свидетельствуют о сомнительных обстоятельствах и предполагаемых незаконных действиях в пользу одной из компаний в ущерб прозрачному и справедливому процессу организации публичных торгов, что наносит ущерб интересам государства, заявили в прокуратуре. В связи с необходимостью, возникшей в ходе уголовного расследования в соответствии со статьей 157 Уголовно-процессуального кодекса, убедительно прошу вас предоставить заверенные копии. Протокол заседания административного совета, на котором обсуждалась процедура сдачи в аренду помещения аэропорта, по возможности с аудиозаписью. Список членов административного совета Международного аэропорта Кишинева. Протокол заседания тендерной комиссии по отбору арендатора коммерческих помещений для организации общественного питания и специализированной торговли в стерильной зоне на территории Международного аэропорта Кишинева, говорится в запросе. Напомним, 25 марта власти продлили срок подачи заявок на участие в тендере по сдаче в аренду коммерческих площадей в Кишиневском аэропорту в связи с тем, что к истечению срока подачи документации заявку подала только одна компания – французская «Лагардер Travel Retail». В этот же день другой участник первого тендера, компания «Капелюкс», объявила, что не будет участвовать в повторном тендере, поскольку после всестороннего анализа требований и контекста тендера пришла к выводу, что по стратегическим соображениям продолжение этого процесса не отвечает ее интересам. Ранее в интервью порталу Унимедиа министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что «Лагардер Travel Retail» может быть объявлена победителем тендера, даже если для участия в нем будет зарегистрирована только одна компания, поскольку делается все возможное, чтобы убрать преступную группу из Кишиневского аэропорта.